Ребятушки, всем привет! И у нас начинается серия масштабного тестирования Билайн в Москве. Так как у нас Билайн сеть в Москве очень прокачал классно и так далее, и так далее. И мой админ канала нашего на Ютубе говорит, что у Билайна классные скорости, будем проверять, будет масштабно, это все затянется на несколько дней, недель, чтобы мы действительно посмотрели, насколько Билайн вправду прокачал сетку. И сегодня у нас будет первый же, но очень серьезный тест. Едем автомобилем, начиная от метро Коммунарка, едем до Шишкиного леса, чуть дальше, после Шишкиного леса есть СНТ всякие разные. Вот мы едем в сторону тех СНТ. Все время будем стараться, чтобы все время по пути нашего следования от метро Коммунарка автомобилем до Шишкиного леса съемка была нон-стоп. Так, значит, понеслась. Проверяем, насколько у нас Билайн крутой, потому что по всем тестам, которые я делаю в несколько лет в течение нескольких лет в Москве, Билайн достаточно фигово себя показывал, как правило. Понеслась. Thank you.
Thank you.